Ребята, всем привет, вы на канале. Сегодня я буду собирать все подушки в токобок. Если я какие-то пропустила подушки, то, пожалуйста, извините. Но я постараюсь все найти. Попробую. И мы начинаем. Сейчас мы зайдем в домик и там возьмем коробки. Не одну коробку, несколько. Давайте мы зайдем к нашим девочкам домой. В них новый дом. И они вот их, эти подушки собирать. Правда, не знаю, что было с этими подушками делать. Ну ладно, да чего они уж пригодятся? Так, только нужно вот какую-нибудь комнату. А я ладно, кому-нибудь отдам. Это ребенок ходит. А мы спим, мечтаем, спим. А вы почему не умеете переодеваться? Мы умеем переодеваться. Сейчас время 10:43. Сейчас время реально 10:43. Вот, мы знаем. У вас эта фигня показывает время. Пиу! Это не фигня, это часы. Они показывают реальное время. Ну да. Берем коробки. Вот эти коробки? Нет. Ну а какие? Вот такие мне. Мне. И мне. Мне две. Мне две. Что как-то странно говорили. Очень нормально говорили. На тебе, мальчик, на тебе она не идет. Это вообще не моя кепка. Нет, я видела, это была твоя кепка. Ребят, вы видели, что это розовое? Я, кажется, увидела, что это розовое. Это розовые человечки! Человечки, мы вообще не знаем, что я такой разовый человечек. Это же человечки. Вообще не знаю, что это разовые человечки. Совсем не знаю. Там должны быть подушки. Да почти есть подушки. По-моему, нету. Но мы туда зайдем. Сразу, если нету, то зайдем. Берем эту подушку. Есть еще подушки. Надо посмотреть, есть еще подушки. Вот подушка. Это не подушка, это лежанка. Ну, значит, первая подушка. Подушка. Сейчас мы зайдем. Нет, там нету подушки. Ну, ладно. Кстати, ребят, будет обновление в Токобоке. Будут подарки. Старые, кто не играл раньше в Токубоку, то будут у них подарки. Вот я раньше не играл в Токубоку, и мне дадут подарки старые. Представляете? А мы там возьмем подушки, которые мы съем? Нет, все. И там есть некрасивые подушки и страшные. Ну ладно, что там есть страшные подушки. Ну, некрасивые. Это страшно. Она очень милая. Вот подушка, вот подушка, вот подушка. Вот подушка, вот подушка. Есть еще подушки? Нету. Может быть, есть. А что здесь есть? Здесь ничего нету. Фу, так я так
Конечно. Она очень красивая. Кто это говорит? А я вообще не знаю. Кто это говорит? Я не знаю. Вот тут дом. А там есть вообще? Может быть, есть. А может быть, и нет. Ты что меня ругаешь, а? Вот подушка, вот подушка. Все, взяли все подушки. Беру, а почему они не берутся? Мы же на клей приклеили. Смысле? Гу-га-га, га-га. Меня влючие. Зачем их выбросил? Что мы больше никогда не выходили гулять. Я и так понял, я все прыгну. Мама ушла. А мы куда ушли? Не знаю. А куда мы ушли? Ребят, мы будем почти что здесь я буду вспоминать эти вещи. По-моему, в этом доме есть подушка. Если где-то нет подушки, или я пропустила, то, пожалуйста, извини, потому что было видео про котиков, я там пропустила нескольких котов, нескольких... Мы заходили в здание, я там не взяла одного кота, поэтому извините. Так, тут ничего нету. Вы что делаете? Какая здесь подушка? И вот такая вот подушка. Такая же. Как у нас была. Еще есть такая подушечка. Вот такая. Сейчас мы проверим на втором этаже. И ломайте. Нет подушки. Из комнаты подушки, подушки. Спасибо, девка. Я не девка, я... Стэйси! Нет, не Стэйси. Посмотришь про меня видео, не верится! Ко мне даже в гости заходили, а вы мои подушки украли! Все? У меня есть вон еще одна подушка. Вообще-то, вообще офигели. Я почему не могу сказать? Потому что я девка, у меня вообще волос видно. А вот, сюда, смотри, это. И буду без волос. Девка, это бешено. О май гад. Пим-пим-пим-пим-пим. А в робокафе есть? Ну, наконец-то. А кафе собачки? Ну, ладно, потом телепортируемся сюда. Вот на собачку. Там тоже могут быть подушки. Потому что как же в кафе не может быть подушек? И робот. И робот. Я и робот. У нас нет подушек. Запрещены у нас подушки.
У нас есть сердце робота. Да, сердце робота. Но роботом делают любовь. И оно светит. И светится А я тоже! Что такая бешеная? Это не я! Не я! Не я, сестра! А кто же это? Это не бешеный ребенок, которого мы вчера батл делал! Какой батл? Батл! Ну я пела тоже! А Лелечка танцует, а Лелечка поет! Нет. Я не так пела. А кто такой веселый, не плачет, не ревет? Так это ж наша Лялечка танцует и поет. Ура! Лялечка! Хоп-хоп-хей! Да он нас покрылся, а ножками затопал. Вот так ты пела. Такой был кот. Нет, тут не такой кот. Смотрите. Это не кот, это ерунда. Ну и ладно, что это ерунда. А здесь? Подушки наверняка должны быть, ребят. Подушки должны быть где-нибудь. Я помню, что здесь должны быть подушки. Должны быть, да, реально должны быть. Идем на второй этаж. Ну, если она-то не соберется. Мы там видела подушки. Какие подушки? Подушки. Мы танцуем и мы пьем. Между нами молнием. Вот это подушки. Она не берется. Она не берется? Я дождик выкину. Я вас вообще все выкину. Это не выбрасывается. Могли бы подушки. Обувки. Подушки, подушки, подушки. Таракан, тараканча. Какой таракан, тараканча? Что это такое таракан? А тут могут быть подушки. Тут наверняка должны быть подушки. Да? Там есть подушки. Ура, победа! Оле, 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 оле! Вот эти. О, ребят, вы помните эту пандочку? Маленькая супер-эмочка! Помните? Вот. Да нету подушек. Маша, будем сегодня собирать? Будем. Не будем, будем. Не будем, 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 будем. А тут, 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 тут. Тут не будет, мы знаем тебя. Все, мы ушли. Куда вы ушли? Там есть подушки? Нет, это подушка. Есть, нету, есть, нету, есть, нету, есть, нету, есть, нету, есть, нету, есть, нету. Ну, и где ваши подушки? Смотрите. Нет подушек, мы проиграли.
Ну давайте конфету на спор. Это ваши конфеты, они захотели. Вкусная конфетка. А мы съели конфетки. А ты маленько съела. Ну и ладно, что я съела конфету. В отеле должны быть. В отеле всегда есть. И будут. Подушки. Подушки. В настоящем мире не только бока. Было бы легко найти подушки. Мы вот такие вот только бока. Нам очень тяжело найти подушки. Мы вот такие бедненькие. Нам очень тяжело найти подушки. Идем на третий раз. На первый, на какой третий там? На первый. Хочу на первый. Хочу, а я хочу на второй. Я хочу на третий, я хочу на первый. Я хочу. Ну. Третий. А я хочу на второй. Не второй, не второй. Ну и где твои подушечки? Подушечки, подушечки. Подушечки, подушечки. Тут нет никаких подушечек. Эх, это подушечка. Мы тогда хотели подушечек. Тут никогда не будет подушечек. Будут подушки. Сейчас найдем еще подушки. Где подушки? Дайте нам подушки. Подушки нужны. Подушек нету, вообще нет подушек. Нет подушек! А на третьем этаже должны быть подушки. Там нету подушек. Есть, нету, есть, нету, есть, нету. Есть, нету, есть, нету, есть, нету, есть, нету, есть, нету. Нету! Есть! Ну? Говорила. Почему? Потому что да, не будет подух. Подух, подух. А мы думаем, сюда. Там же есть кровать. Ну есть. Там подушки. Ну, это немножко не так работает. Так. В универе должны быть еще подушки. Там нету подушек. Я шучу, вот здесь. Здесь, в этом домике, во все жители. Под тараканами. Все, девочка, ты теперь будешь под тараканами спать. Ой, не хотела вообще под тараканами спать. Вот еще подушка. Подушку хотели забирать? Мою? А мы думали, что это не может быть. Извините вас. Ну, почему? Потому. Почему? Потому. Почему? Потому. Что это было? Не знаю. Что это было? Ну, классная игра. Я бы его забрала, но помирает, она тяжелая. Это же обычная игра. В универе поговорила ей. Нет, там, варбуза на аквапарке. На аквапарке. Подушки? Это нереально. В домике есть. Там нет подушки. Есть, 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 есть. Есть на скамеечке подушки, есть на кровати подушки. А если нету? Вот подушка, вот подушка. А вот тут есть подушка. Вот. А вот тут есть подушка. Но они не веруются, так что
Да чего? Ну а где есть подушки? Мы вообще не находим подушки. Вот подушки. Здесь должны быть подушки, скажите. Тут должны быть подушки? Должны. Не должны. Почему я никакие подушки? В одном месте нет подушки. Эту подушку. На втором этаже есть подушка. Пожалуйста, пожалуйста, скажите, что там они есть. Там их нет. Есть. Нету. Есть, есть, нет. Я, с, ты. Есть. Вот это что? У нас не подушка. Все. Никогда не найду больше подушки. А может, мы все собрали? А потом я не подумала. Ну, может, не все собрали. Ну, наверное, не все пособрали. Тут есть подушка. Ну, в домиках есть подушки. В детском саду есть подушки. В школе есть подушки. В школе подушек нет. Ну, там, может быть, есть зона спальная. Там нет зоны спальной. Вот подушки, вот подушки. Это не подушки, это ерунда. Есть клубника! Дети, есть клубнику! Нет, у нее не вкусная. Ням! Она очень вкусная! Ай! Фигня тут есть. Вот. Она красная. Вот подушки есть. Это не подушки. Это мишура. Это какая мишура? Это мишура. 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 А в байбиках есть? Есть. Нет. Мы все в видео говорим, есть, нет, есть, нет. А, вот есть. Вот есть. Где вы, Ляля? Все, мы все подушки собрали? Нет, не все. О, Вальд. Что, нам еще миллион подушек нужно? Все, я теперь буду собирать подушки. Почему только три? Я тоже вообще-то хотела собирать подушки, 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 подушки. Зачем же мы брали столько много коробок? Целых шесть. Их не шесть. Куда мы зашли? Отдел для персонажей. О нет, сейчас все подушки пропадут. Не пропадут они. Они пропадут, не пропадут, пропадут, не пропадут, пропадут, тут есть, тут нету. Мы тут собрали, мы туда забрали. Это столько людей. Еще одна пластинка. О, спасибо. А у нас
если есть такая. Вдруг нету. Если есть, то выбросите. Такую дорогую пластинку? Да. А ну, кому ее жалко? Не жалко. О, в питомцах есть. Там наверняка есть подушки. Там миллион подушек. Там есть еще отдельный домик. Нам еще нужно в домиках брать подушки. Не хотим их брать. Ну, это же подушки. А что мы будем с ними делать? Ну, потом выкинем. Наш труд выкинем. Это вообще-то не экономно. Мы вообще-то долго собирали, набирали, выбирали. Вот подушка, вот подушка, вот подушка. Почему эта ванна не открывается? Тут же есть отверстие какое-то. Это похоже. Лапа, лапа, лапа и лапа. Да-да, свернул по местам. Мы вот не будем по местам вернуть. Городок Тип-Топ. Это городок Тип-Топ. Да! Последние подушки здесь завершаются. Ребят, кстати, я вам хочу здесь две секретки показать. В этом домике. Если там есть подушка, нам вообще повезло. А если мы собрали? Сейчас я вам покажу. Видите, эти доски, они необычные, скучные. Нажимаем. Смотрите, сейчас покажу. Вот сюда, на эту доску. Пью! Вон что есть. А еще, смотрите. Прямо например, ласку. Еще вот его вот берем. Его берем. Ну, карамбик, например. Вот они теперь будут здесь стучать. Тут есть подушки? Давай, тут есть подушки, правда, они не берут. Мы их тоже проклеили на клей. На какой клей? На клей секунду, он теперь не оторвется. Нет, на клей, наверное, минуту. Можно минуту, можно секунду. Клей, секунда. О! Я знаю, есть тут домик. Ну, нет. На него нажили. Нет. Смотри. Где мой ребенок? Где моя панда? Вы никогда не найдете, к сожалению. В смысле никогда не зайду? Мы забрали навсегда. Мы думали, что мы одновременно. Такое большое поводение. Вот, вот. Ты куда нажала? Уже сейчас пролит? Нет. 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 Почему мы хотим спросить у тебя? Почему мы хотим спросить? Почему мы не собрали? Мы почему не собрали? Почему не собрали?
Лимы. Почему мы не собрали? Почему мы не собрали? Почему мы не собрали? Вот они. Что ты говоришь? Эй, ю. Не, ну же кропки. Потрудились. А ты одна не собирала. Эй, как я вот собираю. Что мы собрали? Нет, мы будем собрать. Будем миллионы сейчас собрать. Как ладно, всех котов мы уже собирали. Тебе вот нужно поддержать. Нет, мне не нужно поддержать. Где, простите. Почему ты ничего не делала? Не, мы могла бы не собирать. И я бы нам собирала. Ну, я бы не могла бы две, четыре коробки держать сразу. Нет, шесть. Еще бы поебалась. Шут нам домой. Немножко освободим место, где у вас елка стоит. И туда будем ставить все подушки. Нет. Давай там возьмем просто подушки ваши. А у нас нет подушек. Смотрите, да? Нету подушек. Но мы заходим сюда. Сюда. Ничего делаем. Заходим сюда. Тут есть некоторые подушки. Ищем. Первая подушка. И вторая. Третья. Четвертая. Шестая. Мая. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но только 7, нет 18. 7. 8. Одиннадцатая. Шестнадцатая. Семнадцатая. И 18. Опа, 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 опа. Тебе вот пришлось держать. Почему? Именно я. Все, я. Теперь ищем дом. Как... Кому нужны подушки? Мы продаем подушки. Нам. Кому нам? Нам. Кому нам? Нам. Кому нам? Нам. У нас есть одна комната, мы ее просто очистим. Это кто? Мы. Кто мы? Ну, кто-нибудь мы. Ну а кто вы? Мы не знаем, кто мы. Мы просто человечки. Вот мы. Вот и наша пластинка. Только мы ее пока заберем. Мы эту комнату можем очистить. Эту комнату, она такая некрасивая. Она очень красивая.
Мы старались делать очень долго. Ее делали. Мы ее так быстро делали. Нет, мы ее очень долго делали. Целых два дня. Пока настраивали это все. Вот за 35 дней этот дом весь сделали. Этот этаж. Нам нужно еще... Нам нужно первый этаж сделать. А вот так красиво это все делали. Да. Берем палки. Берем палки. Берем палки. И еще раз палки. Давайте нам подушки. Думаю, вы это все сами разгрузите. Это же рай подушек. А где авокадо подушка? А у нас еще есть. О май гад! Нам же места не хватит. Цветочки пока, Шеньки. Цветочки пока. Вот. Да тоже, к сожалению, вот сюда. Но мы бы могли бы их кому-нибудь отдать. А это была самая лучшая идея. Но мы уже не можем ее никому отдать. Их было так жалко. Не выбрасывала бы эти цветочки. Я хотела их выбросить. Специально. Это не я. Это вы их выбросила. Я выбросила их. Это вот сюда. Нужно, которая не так выпадушки, вот так положить. Это было больше места. Ну да, можно так положить их. Вот видишь, так места больше. У нас тут еще есть подушки. Тут одинаковые. И тут. Так вот у нас будет весь пол здесь из подушек. Давай их просто выкидываем, эти подушки. Тин-т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 ин
Ти-та-т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 и-
Тын-тын-тын. Так, ну давай дальше сейчас заложим подушки. Почему их слава? Мы можем достать эту подушку. Без этой подушки не так. Подушка, доставайся. Тин-тин-тин-тин. Извините, мы эту подушку сюда положим. Почему это наша была подушка? Нужно некоторым подушкам пара. Извините, эту подушку мы сюда положим. Нет, она слишком желтая, мы ее не хотим. Переодевать. Мы его не прыгнем. Это к нам подушка идет. Синий белт. Маленькая. Желтенькая подушка. Так, это вот сюда, вот сюда. Головой вот сюда. Опять не можем достать теперь. Давай, доставай, что ты плохая подушка. Не хочет она быть плохой. Вот. Досталось. Ребят, на этом всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. Пока. Подушки тут, подушки, бешеные подушки.